Следующее предложение, наверное, более мало поймут, а взрослые еще должны понять. В свое время, да, с 1985 по 1991 год, в нашей стране руководителем был Николай Сергеевич Горбачев. Так вот, я не знаю, произносил он такую фразу или нет, но, тем не менее, ему приписывают следующее предложение. Плюрализм нужен нашей стране как воздух, и двух мнений по этому поводу быть не может. Слышали? Плюрализм, плюрал – это много. Плюрализм считает, что должны быть не только мальчики, но и девочки, должны быть не только, не знаю, там, деревянные столы, но и, там, не знаю, полиэтиленовые. То есть когда человек считает, что могут быть разные вещи, что не обязательно, что все одним строем, значит, выстроились и в колонну пошли все одинаково. Плюрализм, когда человек считает, что возможно разнообразие. А теперь слушайте, плюрализм необходим как воздух, и двух мнений по этому поводу быть не может. Это правда, я готов подписаться, действительно так. Лозунг «короче» сам следует тому, чему не стоит. А вот как? «Короче». Слышите? В одно слово человек свой призыв к коммунистику, правда? «Короче». Все понятно? А вот теперь слушайте такой приказ. Не сметь командовать. Не сметь командовать. Вы понимаете, да? Что тот, кто это говорит, на самом деле командует. Не сметь командовать. Ну, в русском языке очень любят такое предложение, но теперь давайте чуть-чуть задумаемся на это. Нет правил без исключений. Ну, как бы типа правила создают для того, чтобы... Да, правильно, в русском языке всегда так, да? Там пишут так, а вот такое слово так, а вот такое слово так, да? Всегда. Ну, вот. А теперь послушайте внимательно. Нет правил без исключения. А вот из этого правила есть исключение? Ну, по идее, да. Как? А какое? Если из него будет исключение, то это будет то самое исключение. Разве нет? Нет. Правило, из которого нет. Ладно, все, подумайте на эту тему. Еще лучше, еще понятнее такая штука. Представьте себе, что мама или воспитательница детского сада, или еще вот кто-то такой, смотрит на ребенка и строго-престрого ему говорит. В ближайшие 5 минут не слушайся меня. Вопрос, что должен делать ребеночек? Он должен не слушаться? Секунду. Но если будешь не слушаться, вот я не слушаюсь, то тогда получается, что она мне приказала не слушаться, а слушалась. Я ее не слушаюсь. Хорошо, вот эти вот, сейчас, с этого момента, 5 минут, да. Конечно, ребята, это ситуация казалась отдали. Приказ, а выполнить его невозможно. Не слушайся меня, человек в абсолютном шоке слушается, то получается, что послушался. А если он будет как бы слушаться, то получается, что он ослушался приказа. Следующее предложение я просто очень люблю. Представьте себе, что Вовочка сдает любимой учительнице Марии Ивановне, все как положено, следующую работу. Yes. Ровно. 3 ошибки. Yes. Что делает учительница? Все как положено. Она вписывает мягкий знак, подчеркивает, что вот здесь буква добыта одна ошибка. Зачеркивает букву F, вторая ошибка. Три ошибка в слове. На самом деле ошибок-то 2. Поэтому она зачеркивает и пишет 2. После этого она смотрит, обнаруживает, что ошибок 3. И отменяет свою, знаете, значок, отменяю зачеркиваю. После этого она видит, что ошибок-то стало 2, а слово 3. И после этого она отменяет отмену. И
заниматься до тех пор, пока ее не уволят на пенсию. А поэтому она будет сидеть и проверять эту его тетрадку. Проверять и проверять, проверять и проверять. Есть неизвестно проверять эту тетрадку. Представьте себе, что у вас есть такое предложение. It's difficult to translate this English sentence into Russian.